в восьмом ряду, предвкушаю я сегодняшнее наше блюдо, но прежде хочу спросить, что же это за цветы, Иван, появились у меня в руках? Это будет наш декор для следующего блюда, это цветы барашки называются, они съедобные и очень даже сладкие. Пока я буду закусывать барашкой, мы приступим к приготовлению пирожков маэстро. Да, и мы сейчас это сделаем. Угостишь и все. Ой, ну ты посмотри, какая красота, а? Мы назовем их как-нибудь романтично. Маэстро. Для начала мы берем тесто слоеное, посыпаем доску немножко мукой, чтобы у нас ничего не прилипало. Тесто уже берем готовое. Да, тесто готовое, бездрожжевое, желательно. Вообще вам нравится фильм «Обаятельное привлекание»? Очень сильно нравится. Это наш советский такой, советских времен фильм. Такой интерес. Хорошая, добрая комедия, так скажем. Вот я заметил, что вот в наше время, пусть и снимают, да, какие-то добрые комедии, но вот таких вот простых, легких, тема на поверхности, вот не удается. Вообще никому не удается. Все, ну посмотришь Галустяна со Светлаком во всех фильмах. Боже мой. Аккуратно в центр выкладываем. Сейчас я положу, покажу принцип. Немножко брусники. Мы соединяем крест-накрест углы. Таким вот образом. И начинаем края залеплять. А дырочки не надо оставлять? Не, не обязательно. Так, стоять. Сильно мало брусники. Положить побольше. Но у меня такой раненый маэстро получился такой. Уже с опытом. Вот в этом фильме одна, так скажем, теорий, что личную жизнь можно настроить с помощью кулинарных талантов. Да я, в принципе, согласен. Прям реально согласен. Косячочки. То есть это делается потом еще вот так. То есть формуется сам ну, прямоугольник, чтобы был такой, в смысле квадрат был ровный, красивый. Наши пирожки готовы, мы отправляем их в духовку на 10 минут на 200 градусов. Подбрусничный маэстро, брусничный напиток. Удивляйте своих любимых и близких кулинарными шедеврами.